видишь, в итоге. Ну, я вот такой цвет на очень многих картинах видела. Нет, Умбре... Ну, такой зеленоватый. Другим добивался, да. Другими, да, сочетаниями. А зеленая Умбра. И теперь золото. Вот как оно так рисуется, что оно правда золото? Ну, посмотри, какой цвет. Вообще непонятно. То есть проанализируй. Проанализируй, за счет чего смотрится. Коричневое сочетание с желтым. Не коричневая, а охра или какая-то охра. Ну, правильно, охра. Охра. И... То есть вот вычленный цвет, который тебе кажется золотым. Просто вычленяешь. Ну, две. Две. Вычленяешь. Просто не Нет, смотришь. Нет, я бы назвала на вот них. Эту среднюю. Средняя часть. Вычленяешь. Дальше смотришь. Какой цвет? Бело-желтый. Нет, да. Грязный. Ой, сейчас. Не тыкайте руками, нас отгонят нафиг. Сейчас, секунду. А, так вот, да? Ну, он какой-то вообще охра с коричневым. Правильно, совершенно верно. За счет чего дальше смотрится? Теперь добавляй центральную часть, на которую ты обращаешь внимание. Это какой цвет? Ближе к красноватому чуть-чуть там. Правильно, средний желтый плюс красный. Да? Угу. Очерчен каким цветом средне-желтый плюс красный? Внизу вот под желтым плямбой. Коричневый. Ну там как с бордом чуть-чуть. Как она не коричневая называется? По-другому. Английская красная. Да. Плюс коричневая. Да. Плюс умбражженная. Согласен. Ага. Вот смотри, вот все остальное вычлени, смотри только на это вот пятно центральное. Угу. Будет золото? Ну нет. Нет. В сочетании со всем остальным, да, и плюс еще вот эти зеленоватые, желтый кажется зеленым, да, то есть он с этой стороны взял обычный кадмий желтый вот с этой, рядом с этой умброй кажется таким зеленоватый отлив дает, и плюс коричневая шея, и везде, везде между вот этими звеньями цепи, он практически везде вложил вот эту красноватую английскую. Да, да. И вот эта красноватая английская, она углубила, то есть она вытянула на передний план вот эту цепь золотую и оттенила. Во-первых, и цвет тела, он получился живой, с краснинкой, красной, красноватой. Сыграл в три сделал одним мазком, убил трех зайцев. Цвет тела раз, оттенил передний план два. И сделал глубокую теневую 3.